Добрый день. Хочу показать все-таки свою Диффенбахию, которую я обрезала, которая у меня стояла на втором этаже, большая, до потолка достающая. Вот это ее верхушка. Вот такая вот осталась. Я ее поставила в воду. Обрезала 20 числа. Ну, естественно, никаких корней еще нет. Стоят вот листья. Потихонечку как-то так вянут. Ну, я смотрела по другим видео, что это, в принципе-то, нормально. Вот, и вот осталось еще из стебля, я нарезала три вот таких вот будущей Диффенбахии, я надеюсь. Поставила их в воду. Вот так что с них будет, посмотрим, как они дадут корни, я бы была рада. И еще остался, получается, их стебель с корнем в горшке. Ну, это на второй этаж, не хочется идти показывать. Поэтому все-таки я решилась на этот поступок. Я посмотрела видео, там девушка тоже обрезала свою Диффенбахию. И у нее получилось, да, у нее корни пустила, она посадила так все красиво, поэтому вот. Так что будем ждать. Спасибо вам за просмотр. Буду показывать дальше, если что-то получится.